Всем привет, меня зовут Артур, и в этом видео я хочу рассказать, показать, как можно заработать реальные деньги в интернете без вложений, даже новичку, то есть человеку, который вообще практически не разбирается в заработке. Что для этого нужно? Это время и ваше желание немного так поработать. А в заработке денег нам поможет сайт, который называется PromoVK. И, собственно говоря, я думаю, несложно догадаться, что здесь мы будем зарабатывать с помощью социальной сети ВКонтакте. Суть заработка очень простая, сейчас все подробненько вам расскажу. Но перед тем, как здесь начать зарабатывать, вам нужно обязательно пройти регистрацию. И ссылочка на данный проект будет в описании в первой строке. Вы переходите, попадаете на данный сайт и нажимаете «Войти в систему». Далее у нас проходит синхронизация с вашей страничкой ВК, и вот мы попадаем в личный кабинет. У нас есть два варианта, это заказчик и исполнитель. В исполнителе мы зарабатываем деньги, а в заказчике мы можем заказывать рекламу, чтобы к вам добавлялись друзья, ставили лайки и тому подобные действия. Нас же интересует заработок, переходим в соответствующий раздел. И вот видим, у меня на балансе есть 35 копеек. Буквально только что записывал видео и неудачно записал, не на тот микрофон. Не посмотрел настройки, вот теперь заново записываю. Нажимаем на вывод, смотрим, что у нас здесь есть. Нужно указать сумму для вывода, выбрать кошелек, это WebMoney, рубли. Также есть Kiwi и можем перевести деньги на баланс заказчика. Что касательно выплаты, вот заявка 6047. Вывод на Kiwi, номер кошелька, дата создания 30 число, сумма 271 рубль и статус в обработке. По регламенту здесь деньги выплачиваются в течение 7 дней и они действительно выплачивают. А теперь для того, чтобы здесь заработать деньги, нужно перейти в раздел «Исполнитель». Для этого переходим на главную, нажимаем «Заработать на заданиях». С левой стороны нам нужно выбрать тип задания, это подписка, добавить друзья, поставить лайк, лайк плюс рассказать друзьям, приглашать друзей в группы и также на встречи. За все эти действия нам платится денежка. Сколько платят? Вот смотрим, подписка. За это действие нам платят 11 копеек, 9, 9, 8, 8, 9. И вот нажимаем загрузить еще. Я буквально пару минут назад прогружал все задания, и здесь было, по-моему, около 300 заданий. То есть в среднем, если возьмем где-то 10 копеек за выполнение, то это будет как раз 30 рублей. Да, конечно, немного, но вот у нас есть еще раздел «Добавить друзья». Задания разгребают и периодически добавляют. Что здесь нужно сделать, я думаю, это несложно. Вот «Добавить друзья», нажимаем «Выполнить задание», нажимаем «Перейти». Нас перебрасывает на страничку, на которую нужно подписаться, то есть добавить друзья. Нажимаем подписаться. Готово, переходим на сайт. Нажимаем «Я выполнил задание» и денежка мгновенно зачисляется на мой баланс. Вот 44 копейки. То же самое с разделом «Мне нравится». Выбираем любое задание, перейти. Нам открывается сайт, где нужно поставить лайк. Мы его ставим, переходим на сайт. Нажимаем «Я выполнил задание». И денежка мгновенно зачисляется на баланс. Вот 50 копеек уже есть. Таким образом выполняем все остальные задания. Чтобы зарабатывать еще больше, мы можем использовать партнерскую программу. Здесь вы получаете 15% от реферального вознаграждения. То есть деньги нам платит администрация. С людей, которых вы пригласили, ничего не взимается. А вот вам будет бонус. И, ребята, вы должны понимать, что с данного сайта вы не сможете вытянуть сотни тысяч рублей. Но есть еще вариант, это перейти на мой канал, раздел «Плейлисты». И здесь у меня есть плейлист, который называется «Заработок без вложений». Вот есть на данный момент 36 видео. Вы можете посмотреть, выбрать еще несколько проектов для себя. И в них работать, периодически заходить, зарабатывать и выводить деньги куда вам угодно. Сайтов в интернете очень много по заработку без вложений. Я вот периодически записываю видеоролики. Так что если вас эта тема интересует, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и вам будет приходить уведомление о выходе моего нового видео. А для того, чтобы зарабатывать больше, для этого есть у нас инвестиции, это экономические игры, различные инвестиционные проекты. Но это уже тема другого видео. И теперь, что касательно вывода денег с проекта, я выплату заказал, и как только она мне поступит на кошелек, я обязательно продолжу видео. Итак, ребята, прошло ровно 7 рабочих дней, и выплата поступила на кошелек. Вот 9 число, 178 рублей от проекта PromoVK. Как видим, данный ресурс выплачивает деньги, но есть небольшая проблемка.
Переходим на сайт и смотрим. Я заказывал выплату, вот на Kiwi кошелек все как положено, но заказывал 271 рубль. Здесь мы смотрим 178. Как бы чего-то не хватает, да? Я вот зашел, написал администрации, что так и так, заказывал выплату. И мне ответили, что за недобросовестных рефералов, которые нарушают правила, средства списываются у них с баланса и также, соответственно, у меня. Я на данном ресурсе зарабатываю очень редко и весь основной доход получается с рефералов. Спрашивается, почему же списались деньги. У меня есть такой вариант, что люди заходят в группы, добавляются в друзья, деньги получают и потом убирают этих людей из друзей, выходят с групп. Соответственно, проект это все проверяет и снимает средства. Так что, как нужно выполнять задания, я думаю, понятно. Для всех подобных заработков я советую заводить не свои основные страницы, а использовать другие. Их немного прокачать, сейчас несложно потом подобавляться в друзья. Несколько фотографий, сделать небольшую активность, и у вас будет левая страница. И на нее можно добавлять уже сколько угодно групп, лайков и тому подобное. Так что вот такие вот дела. Данный ресурс рабочий, ссылка в описании. Переходите, регистрируйтесь, зарабатывайте. Вот моя страничка ВКонтакте, также добавляйтесь в друзья. Если у вас, конечно, есть вопросы, пишите, спрашивайте, пообщаемся. На сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще ранее не сделали. Я вам желаю хорошего настроения, побольше денег и до скорых встреч в новом видео.